Сейчас о ситуации доложит вице-министр Марат Кульдиков, пожалуйста. Господин президент, на сегодняшний день обстановка по пожару стабилизировалась. Все необходимые силы средства на сегодняшний день все работают, расставлены по местам. Доложите, почему вы с самого начала, сейчас вы докладываете ситуацию, которую я и сам вижу. Почему с самого начала не были предприняты необходимые меры? Почему пожар был хотя бы не локализован? Почему нет алгоритма действий? Вот случился пожар. Почему дается неправильный прогноз по масштабам пожара? Почему министр, которого я снял, и все руководство проявляет абсолютно равнодушие к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей? Вы понимаете, 14 человек погибло. Сейчас я вот встречался с ними. Это дети семейств. Это сами отцы семейств. В одной семье вообще никто не остался после гибели. В одной семье вот двухлетний ребенок остался сиротой. Люди закредитованные. Они были единственными кормильцами. Вы что наделали вообще? Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал. А Аким области вообще собирался очень долго. Отправляет своих замов. Что за отношение к работе? Вот об этом докладывать. Потом конкретный вопрос. Почему неправильный был прогноз? Господин президент, как вы знаете, 8 июня 10:39 произошел пожар в 66-м квартале государственного лесного природного резервата семьи Орманы. Туда выехали 27 лесников и 11 единиц техники. По прибытию этих подразделений получается, что к этому месту доехал только один трактор в течение полутора часов. Пожарная техника и другая техника не могла доехать в связи с тем, что местность очень тяжелая, труднопроходимая, пески, густо заселенная. В связи с этим 66-й квартал только доехал трактор, который сделал опашку вокруг выгорания. После течения часа уже площадь пожара была уже 50 гектаров. После этого они еще дополнительно начали вызывать по алгоритму действий семьи Варманы, привлекать еще дополнительно силы и средства других филиалов лесхозов семьи Орманы. К нам сообщение поступило 13:00, когда они запросили у нас помощь. К месту пожара выехали подразделения Баратульского района, это в составе 4 единиц техники, 24 человека. После этого, к этому времени уже 16 часам площадь пожара составляла 100 гектар. Также был направлен сюда с министерства председатель комитета по комитета противопожарной. В общем, доклад я прерываю, бестолковую информацию даете, уже абсолютно не актуально. Значит, новый министр. Я вам даю полномочия рассмотреть ситуацию, прежде всего кадровую, в министерстве, поскольку люди непрофессионально работают, и дать соответствующие предложения. Потому что нам нужны профессиональные кадры, ну вот видите, как докладывают. А если так работали, то что это?